Сегодня мы с вами встретились здесь, на этой интересной очень детской игровой площадке. Интересная, потому что она не простая, а тематическая, и посвящена она правилам дорожного движения. Профилактическое мероприятие, посвященное знанию правил дорожного движения, провели муниципальные власти Сестрорецка совместно с сотрудниками ГИБДД курортного района. На детской площадке на Приморском шоссе 284 детишкам в игровой форме объясняли, насколько важно правильно вести себя на дороге. Гена мне написал письмо, в котором приглашает нас вместе всех к себе на день рождения, но только соблюдая правила дорожного движения. Да. Я вот не знаю, скажите, пожалуйста, день рождения, с чем надо приходить? С подарками. Точно. Что мы можем Гене подарить? Как вы думаете? Давайте проверим Чебурашку, насколько он хорошо знает, что такое светофор. Чебурашка, светофор – это лучший помощник на дороге. Так. И он имеет 3 световых сигнала. Как ты думаешь, Чебурашка? А вы, ребят, пока не подсказывайте. Я спрошу у Чебурашки. Ну-ка скажи мне, Чебурашка, что же мы делаем, когда загорается красный сигнал светофора? Краснеем! Ну, Чебурашка, это меня... За тебя мне приходится краснеть. Что мы делаем на красный сигнал, ребятки? Правильно, стоим как вкопанные, никуда не двигаемся. На территории курортного района с 18 сентября по 22 сентября 2023 года проходит неделя безопасности. Она направлена на привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках недели безопасности проходят тематические занятия, конкурсы, викторины, флешмобы, акции. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организованы для обучающихся, их родителей и педагогических работников. Сегодня у нас проходит профилактическое мероприятие для воспитанников 28-го детского сада «Осторожно, дорога». Муниципалитет Сестрорецка и правоохранительные органы курортного района регулярно проводят совместные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности на дорогах. И это очень важно, так как культура поведения как пешеходов, так и водителей напрямую влияет на сохранение жизней. Ведь стоит водителю зазеваться, а пешеходу не обратить внимание на потенциальную опасность, трагедии не миновать. Поэтому лучше почаще напоминать о правилах дорожного движения. Лишним точно не будет, а пользу принесет и немалую. Уважаемые участники дорожного движения, напоминаем вам о важности соблюдения правил дорожного движения не только в период проведения недельной безопасности, но и на протяжении всей жизни. Будьте внимательны и осторожны. Кстати, наметилась тенденция одновременно и грустная, и смешная, которая сводится к тому, что зачастую дети знают правила дорожного движения лучше, чем их же собственные родители. Так что будем надеяться, что благодаря подобным игровым урокам эти малыши своих родителей будут одергивать, если те вдруг захотят перейти дорогу на запрещающий знак светофора.